Выставка уникальных пушистых красавиц начала работу 16 декабря. Свои дизайнерские идеи в новогодние елки воплотили более 600 авторов из 44 образовательных учреждений курорта. В этом году впервые участие приняли и молодые спортсмены из разных регионов страны, которые приезжали на смены во Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Каждый из ребят, представивший свои изделия, получил диплом участника. Победители и лауреаты традиционного конкурса, чьи работы по достоинству оценила жюри, были награждены 25 декабря. А сегодня, в день закрытия выставки, свои награды получили те авторы, чьи произведения больше других пришлись по вкусу посетителям. В этом году впервые у нас была выставка, и длилась она в течение месяца. 12 числа мы вскрыли контейнер с голосованием зрителей и определились три победителя. Деревянная елочка четвероклассницы Авроры набрала наибольшее количество голосов. 88 зрителей отдали предпочтение дизайнерской идее, которую девочка придумала еще в прошлом году. Из палочек я сделала елку. Я испекла печенье и сделала на ней игрушки. Навязала корицы. Папа мне помог сделать ангелочков из дерева. Мы хотели на тот конкурс в 2014 попасть в году, но у нас не получилось, потому что мы не успели ее доделать. И в этом где-то заняла неделю елка. Призы зрительских симпатий оказались непростыми и очень нужными. Ребята получили сертификаты на бесплатное обучение в художественной школе и на курсах в Центре дополнительного образования Института моды. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.